Я пришел, чтобы сказать, отвяжись от моей мамы. Она хочет помочь тебе. Если хотите ей помочь, то не говорите, что ее сын скоро умрет. Сам знаешь, тебе не место у Тобиаса. Скажи мне, как его найти, и я с ним справлюсь. Ну да, а если нет, я точно умру. Я этого не допущу. Если бы в школе не появилась девчонка Грум, он бы уделал тебя. Да, тебе тоже не тягаться с Тобиасом. Ты выше этого, Халил. Меня зовут Наркоз. Нет. У тебя была жизнь. Любящие люди рядом. Даже инвалидное кресло лучше этого. Не лезь ко мне. Или главной целью моей жизни будет выслеживать твоих близких и убивать их, как я убил тебя. Где Тобиас? Мелкий гаденыш. Шеф, музычку?